В этом году конкурс будет проводиться 9-й раз. В течение многих лет сочинцы успешно представляли наш город в крае и на всероссийском уровне. Участниками муниципального этапа стали педагоги-психологи детских садов, школ, центров. Психолог – это одно из самых главных лиц в образовательной организации. Неважно, какого вида и типа эта организация – детский сад или школа, центр дополнительного образования или детско-юношеская спортивная школа. К педагогу-психологу бегут все за помощью, и обязательно надо обращаться и родителям, и детям, учителям, педагогам. Он должен быть всем опора и подмога. Это тот человек, который владеет инструментарием для того, чтобы создать комфортные условия для обучения. Участники представили визитную карточку, обобщили собственный опыт работы, провели открытое занятие. В финал вышло 5 человек. Сегодня в заключительном туре конкурсантам нужно было провести консультацию и дать интервью на актуальную тему. В итоге первое место жюри решило отдать Инне Дудукчан, сотруднику школы-интерната номер 2. Именно она будет представлять Сочи на краевом конкурсе «Педагог-психолог Кубани».